Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы будем вязать замечательную мушку для тинкары. Называется она Сакаса Кибари. Вязать мы ее будем на классическом крючке для кибари, на опнере. Вот. Для этого нам понадобится крючок, монтажная нить, здесь она двух цветов будет, и перо. Сначала формируем переднюю часть. Здесь мы ее делаем красной монтажной нитью. Вот это будет небольшая точка атаки, так называемый раздражающий элемент. Видео немножко ускорено. Ну, все равно монтажная нить довольно тонкая, поэтому приходится делать много витков. Нить сначала не обрезаем, просто ее закрепляем второй монтажкой черного цвета в данном случае. Теперь берем перо с шеи глухаря. Это со мной любезно поделился мой товарищ Саша Мазай, за что ему большое огромное спасибо. Перышко чистим и немного убираем перьев с верхней части и закрепляем монтажечкой. Подрубаем, убираем лишние ножницами. И обматываем вокруг крючка. Следим за тем, чтобы бородки у нас смотрели не как обычно, а вперед. Перо очень мягкое, очень пластичное. В воде будет вести себя замечательно. Ну, в принципе, мушка практически готова. Осталось сформировать черной монтажной нитью тело, заднюю часть, и мушка будет готова. Кибари у нас считается по праву самой простой в изготовлении мушкой. Материалы берутся из-под ног, вяжутся на коленке. Ну, от этого она не становится менее увесистой. Мушка требует игры, поэтому основное ее применение — это тинкара. Ну и можно, конечно, попробовать на новую для нас снасть. Называется она керри. Ну все. Тело сформировано. Делаем последние завершающие витки. Формируем финишный узелок. 4-5 оборотиков. Лак я не применял. Все. Мушка готова. Так вот быстро и просто.